На выставке достижений народного хозяйства Казахской ССР коневоды республики демонстрировали свои успехи. Здесь были показаны лучшие продуктивные породы лошадей, отлично зарекомендовавшие себя в различных природных зонах. С достижениями коневодов ознакомились член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана товарищ Кунаев, председатель Совета министров республики товарищ Ашимов. Коневодство – важная и перспективная отрасль народного хозяйства Казахстана. Она поставляет отличное сырье для легкой и пищевой промышленности. В главном павильоне выставки достижений народного хозяйства Казахстана демонстрировались изделия мастеров прикладного искусства Российской Федерации. Выставка вызвала большой интерес у жителей Алматы. Она многому научила и художников прикладного искусства, работающих в нашей республике. Выставка «Мебель-80» на ВДНХ Казахской ССР вызвала большой интерес у алматинцев, гостей столицы и специалистов из разных союзных республик. Производственное объединение «Алма-Ата» представило наборы мебели для гостиной. Жилая комната, выполненная восточно-казахстанскими мебельщиками. Шортандинская и Актюбинская фабрики экспонировали эти гарнитуры для спальной комнаты. На выставке «Мебель-80» были широко представлены образцы новых изделий и из других городов нашей республики. По мнению специалистов и посетителей, большинство комплектов заслуживает высокой оценки, отвечает уровню требований, предъявляемых сегодня к мебели.